Всем привет, вот и новый ролик по рубрике «История и биография». Сегодня ролик на Салли Алдер, но перед начала просмотра не забудьте подписаться на мой канал. Спасибо за внимание, ну а мы продолжаем. Возраст: 8 лет, смерть: 11 лет, начало истории: 15 лет, Хэллоуин: 16 лет, после королевской тренировки: 17 лет, рост: 146 см, как ребенок: 167 см, как подросток. Родственники: Фредерик Алдер, отец; Марли Алдер, мать; Джонатан Алдер, дядя, мертв; Карин Алдер, тетя; Галахад Мейтла Марк, приемный отец, мертв. Источники негатива и позитива: страх, абсолютен, радость. Круг: 1. Начало истории. 2. После королевской тренировки. 3. Главная героиня истории. Будучи маленькой девочкой, она очутилась в лесу без единого воспоминания о случившемся. Спустя какое-то время была найдена Джеффом и принята в общество спиритов. Там же впервые столкнулась с изгоями и была втянута в конфликт огромных масштабов. Является 12-м по счету проектом. В мире иных прославлена как серый король. Цвет негатива — розовый. Цвет позитива — лиловый. Была похищена изгоями, однако жертва Ядиль была спасена. Во время Хэллоуина вместе с Худи отправляться в город, чтобы помешать изгоям. Там же встречается с друзьями детства и заводит новых знакомых в лице Лэнса и Дива, помогает Джеффу и Илью закончить старую вражду и приглашает старшего Вудса в общество. Решается на обучение в обители Белого Короля, дабы помочь друзьям победить Розу Дьявола и главу. После обучения в цитадели Новолуния, Салли активно помогает товарищам справиться с изгоями. В финальной битве побеждает главу и сбегает из общества, не желая больше убивать и терять близких. Чуть позже Джефф предлагает ей вернуться домой, решает вернуться домой к родителям, дабы жить прежней жизнью, заключила контракт с неизвестным, отдав всю себя в обмен на 13 желаний. С тех постоянно видит кошмары, страдает головными болями и не может выспаться. После встречи с Нинелли нападение со стороны Дайрина, решает уйти с женщиной и ее другом Асмодеем, чтобы защитить семью и близких от таинственного босса и, самое главное, от самой себя. Вместе с новыми спутниками решает узнать первопричину сверхъестественного катаклизма, образовавшегося на территории штата. В пути к нему встречает Залга, Лазаря и наемного ученого Аввакума Маргулиса. Вместе с ними узнает, что причиной явления оказался потерявший над собой контроль Дискорд. Помогает другу вернуть рассудок. После спасения Дискорда, вместе с Маргулисом отправляется в гостиницу Назарет, где они должны были встретиться с Нинелли Асмодеем. Там же девушка встречает Граффити, который, в поисках мести за своего друга, ищет одного из подчиненных Джинаковы, Сигизмунда. После непродолжительной битвы с Эйрин Роузом, подчиненным Кагула, Салли вместе с Аввакумом и Граффити отправляется в убежище Сигизмунда. Помогает Граффити совершить отмщение после истории с брокером. Вместе с Граффити и Маргулисом отправилась в место, куда первый должен был явиться. Как оказалось, за полгода, что отсутствовала девушка, Джефф и Тейлор не сидели на месте и создали так называемый серый парламент, во главе которого решили поставить Салли. После заступления на пост, ведет переговоры с Розой Валькирией и Велизде Маллум. Помогает ей решить проблему со взбунтовавшимся изгоем на подземном уровнях, после чего возвращается в серый парламент. По возвращению, теряет над собой контроль и нападает на Джеффа. После этого решает искать способ разорвать контракт. Раскрыла свою тайну членам серого парламента, еще больше укрепив свою позицию лидера. После этого смогла наладить отношения с Маргулисом. Выслушав историю о Габриэле Дивон, приняла в ряды организации ее младшего брата, Матиаса Дивона. После непродолжительного отдыха, вместе с Аввакумом, Матиасом и Цукерманом отправляется в общество на переговоры. С поддержкой друзей, отправляется на облаву против Джинаковы. В пути происходит ее знакомство с Небольшей Тодоровичем, Светлым Кессиди, а также его друзьями в придорожной забегаловке. В продолжительной битве с Реймондом открывает свою настоящую силу. Спустя 2 месяца после победы над членом девятки, вместе с Лэнсом и Дейвом едет в местный аэропорт для встречи с Дамианом Бланко и Матео Винсенти, своими старыми друзьями, с которыми девушка познакомилась во время поездки в Барселону. Вместе с ними прибывает в штаб серого парламента, чтобы отпраздновать их встречу и вспомнить старые. Вступает в открытое противостояние с подчиненными босса Залукаса Данелли, известного торговца органами в подполье. В ходе открытого конфликта, при поддержке серого парламента, фонда и Тодоровича, побеждает Флетчера. В итоге, решает пощадить своего старого врага и отдает ему последние остатки своего негатива и позитива. Впадает в кому и борется с пустоглазом за свое существование. Внешность: в возрасте 11 лет, носила розовое платье, белые чулки и бежевые детские ботинки. В возрасте 15-16 лет, Салли стала носить брюки-хипстеры, розовую майку и летнюю кожаную куртку. Волосы девушки стали длиннее, чуть ниже лопаток, и начали приобретать оттенок рыжего. В возрасте 17-19 лет, слегка укоротила волосы, которые в большую сторону сменили пигментацию на рыжий цвет.
челка полностью закрывает правую сторону лица. Порой, поверх привычной одежды носит бежевое пальто, подаренное ей Велесде Маллум. Характер. В 1-4 арках ПЛУ выступает, как добрая и наивная девушка, верящая в добро в каждом из тех, кого она встречает. Несмотря на многочисленные противоречия и гибель друзей, Салли не отказывается верить в других, даже когда в ее душе посеялось семя сомнения. В 5-й краткой арке ПЛУ характер девушки претерпевает изменения. Она становится более сдержанной. Королевская тренировка заставила Салли обдумать свою позицию касательно других иных. Девушка решает во что бы то ни стало победить главу и больше не дать никому умереть. В 6-й краткой арке ПЛУ Салли становится серьезной и рассудительной. Она уверена в своих силах и знает, как и где их применить. Без колебаний бросается в битву с изгоями. Тем не менее, по окончании конфликта с изгоями и победы над главой, девушка не выдерживает давления, оказанного на нее. В сердцах она сбегает из общества, не в силах больше сдерживать накопившихся чувств и заклеймив себя убийцей. В 1-й краткой арке ПЛР девушка представлена, как замученная личность, не теряющая слабой надежды все изменить. Жизнь вновь возвращается к ней, когда Нинель приглашает ее путешествовать с собой. Салли всем сердцем желает нагрянуть в общество, чтобы поговорить с друзьями, от которых когда-то сбежала. Пелена иллюзий все меньше затмевает ей глаза, так как девушка понимает и принимает то, что ей уже не вернуться к нормальной жизни. Во 2-й краткой арке ПЛР, после обмана со стороны Маргулиса и Айрин Роуза, девушка все больше погружается в темную половину себя, не желая более быть инструментом в руках других. Салли стала более жестокой и холодной по отношению к другим. По словам других, прежние зеленые глаза девушки стали отдавать багровым. В 3-4 арках ПЛР Салли разрываются между своими личностями. Это вызывает сильное беспокойство у Джеффа, однако, по словам Велесде Маллум, девушка всего лишь взрослеет. Тем не менее, Салли позволяет тьме проникать все глубже в свою душу, делая ее сильнее. В сражении с Футакучи девушка поняла, что слишком полагается на чужую силу и решает учиться всему сама. После перепалки с Джеффом и разговора с Тейлером, Салли решает найти способ разрушить контракт. Сила и способности. Контроль фобий. Эримофобия. Агнософобия. Раскол страха. Уровень 4. Тимор Энемейлием. Уровень 3. Тимор Папюли. Уровень 2. Тимор Алииз. Уровень 1. Уровень 0. Покрытие страха. Цепи страха. Количество энергии. 700 000 единиц ПЛУ. 1 ярко. 1 160 700. 80 единиц ПЛУ, 2-3-4 ярко, 8-300 000 единиц ПЛУ, 5 ярко, 52-400 000, 16 000 000, как проект, единиц ПЛУ, 6 ярко, 270 000 единиц ПЛР, 1-2 ярки, 27 000 за гранью, единиц ПЛР, 3 ярко, 360 000, 108 000. После принятия Иллас, единиц, ПЛР, 4 ярко, кровавые слезы, 125-264-834-623 единицы, ПЛР, 5 ярко. Всем спасибо за просмотр, всем пока.